Так, всем привет, пацаны, кто меня знает. Так, это такое приветствие небольшое. Мы сейчас находимся в центре нашего города, панорамка. Еще раз, панорамка в 60 FPS. Почему я решил записать этот ролик? Во-первых, роликов не было 4 дня, и нужно что-то записать. Во-вторых, ну а как вы думаете, почему? Как вы думаете, почему? Почему? Напоминаю, сейчас время 10:30, и вы видите, что у нас происходит. Тишь да гладь. Вотч народов. На камере плохо видно. Короче, уже 10:31. Фонари горят. Даже вон те фонари, если вы видите, вот я вам покажу. Так, где? Вот, видите, тоже горит. Там горят, а там дальше уже, к сожалению, не горят. Вот горит. Ну и еще вот там дальше. И мне кажется, вот эти люди, которые там сидят, они либо не понимают, что они там... О, вот еще горит фонарь. Ну вот эти уже там не горят, но окей, все равно. Сколько ламп горит просто так. То есть они тупо расходуют бюджетные средства не по назначению. Я сейчас не буду никого ни в чем обвинять, просто констатирую факт. Вот там частники, да, они пусть там жгут на свои деньги, что хотят. Ну, извините, вот все вот это все горит за наш счет. Между прочим, кстати, и за мой. Потому что, ну, как бы... Опа, кто-то наклеил всякую фигню. Так, ну потому что это за наши деньги. Ребята, все, разговор окончен. Я не знаю, снимается как будто пасмурно, но камера не передает все, что здесь. Никаких митингов, протестов, ну зачем они нам? У нас вон свет горит днем. Мы богатая страна, зачем нам какие-то митинги? Вы что, совсем что ли? Не, ну... Ребят, вот, которые там сидят, вы либо, это предположение, это не обвинение, вы либо не понимаете, что вы делаете, ну, потому что, ну, вот, что это такое? Это лишнее расходование электричества на одну ночь, так скажем, на один вечер. То есть люди, по крайней мере, не могут минимум один день здесь погулять нормально. Ну, они правильно все на работе, никто не видит этот бред. Все работают до ночи, им даже гулять некогда, на двух работах пара, чтобы как-то прокормиться. Ну а мы что, а мы там сидим, не знаем, что мы творим, как говорится. Ну, либо, возможно, они там, ну, пила дружба, ну, советская пила дружба, ну, вы понимаете, о чем я, да? Вот. Предположение, а то не констатирую факт, вот. Как бы, но вы все видите, на камере плохо передается, но масштабы видны. Я вот немножко вот так вот сделаю, чтобы все было видно. Мэрия красивая, но люди, которые там сидят, они, мне кажется, не понимают, что они вообще тут творят. Политех замызганный весь, посмотрите. Не, ну, как бы, ну, политех замызганный, ну, это вообще класс. Ну, и покажу вам, о, там псина, страшно. Ну, вот, отель, ну, и Кама, я люблю Сарапу. Ага, вот те люди, которые, да, они вот 100% любят Сарапу. Прям лайк, репост, подписка. Ребята, а мне, это уже за мной, Валим. Ну, как вы понимаете, для чего это сделано видео? Во-первых, просто чтобы сделать видео. Во-вторых, я смотрю, вижу тут нецелевое расходование бюджетных средств, которое можно было, между прочим, направить на что? На ветхое жилье, на строительство дорог. Ну, молодцы, этим летом построили дороги только в центре. Это, знаете, как мы ходили тут с моим другом, вот там вот дальше ходили. А, типа, вот смотри, типа, вот там такой лакшери прям сделали ровный.
асфальт, который все равно через 5 лет превратится в ничто. Его все равно нужно обновлять минимум каждые 3 года, чтобы он был нормальный лакшери. Вот. Что, кстати, делается в Татарстане. А здесь что? Здесь я что-то не наблюдаю. Вот, короче, мы смотрим, такие чисто Европа. А потом там дальше на, я уже не помню, на Гоголя, нет, на Гоголя, вот там дальше Гугли, короче, вот, и мы такие смотрим, и 2 метра, буквально вот 2 метра проходишь, и все, и трущобы, дороги нет, тротуар вообще нет, и у нас еще проблема есть с мостом, я не знаю, я найду время, короче, и съезжу, покажу вам, как идет строительство моста. И ведется ли оно вообще у нас. Короче, мост там сломался уже. Обещали сделать к лету. Сейчас обещали... А, нет, обещали сделать к весне. Сейчас обещают сделать... Вот те люди. Обещают сделать к осени... О, тьфу, к лету. К этому 2020 году. Я не знаю, что они там намудрят, нашаманят, но пока что ничего нету. Вот, то есть мост идет через Соликонт и соединяет там вот... Очень стратегический мост, короче. И... Если его нет, у нас пробки постоянно, люди в полных автобусах, да, автобусах сидят, все нервные, что-то, как селедки под шубой, а они на машинах, вон, им вообще, ну, балдежно, что, им прикольно, им, не, ну реально, вот когда задумываешься, когда ты реально задумываешься, тебе немножко начинает коробить. И еще расклеили тут. Опять. Расклеили тут всякую либерастическую фигню. А, не, нам скрепы нужны. Не, ну, ребят, я понимаю, что, возможно, этот ролик без зубы, бессмысленный, вы скажете. Во-первых, мне плевать. А во-вторых, ну, свет горит в дневное время суток, тем более, когда никого нету. Нормально вообще, нет? По-любому заказали, возможно, говорю, возможно, заказали электроэнергию по двойному тарифу. И вот так. И сидят там, это, жгут ее. Нормально, да? Мне вот вообще, мне ненормально, потому что мой НДС идет вот на эти... электричество. Вот. Не знаю, найду время, съезжу до моста. Платный туалет, 15 рублей, и тут вывесили. Вот. Не знаю, найду время, съезжу на мост, покажу вам мост. Там еще есть второй мост, который идет через... идет на южный поселок. И он тоже в плачевном состоянии. У нас все мосты в плачевном состоянии. Там дороги, как в царской России, извините меня, вот эти мощеные. Там вот советский асфальт, и под ним видно мощеные царские дороги. Это нормально? Ну, центр лакшери, да, центр лакшери. А остальное это что? Я не люблю Сарапул. Точнее, мне нравится Сарапул, но вот такой, ну, извините меня, работайте нормально. Мой НДС, по крайней мере, это тот налог, который я плачу. И мне плевать, что он идет в Москву, но вы здесь работаете. Я вас нанял, мои родители за вас проголосовали. Вы что там делаете вообще? Вы что делаете? Вы жжете, вы ждете электричество, когда это никому не нужно. И когда... Ну, все, я уже в полемику вступаю. Ну, вы поняли, ребят, как работает наша властная структура. Даже властный не поворачивается язык назвать. Я немножко понервничал. Что еще? Вы увидели это все. В общем, я предлагаю. Вы скажете, критикуешь, а ты предложи нам. Что ты такой тут, что, дерзкий, что ли? Ты предлагай нам, что ты тут критикуешь? Я предлагаю не включать. О, магия! Они что, выключили?
Они выключили. Вот те мои сладенькие, какие давай мои сладенькие выключили. Там молодцы какие. Ага. А до 10.40. С ночи до 10.40 они, сука, тут горели. Нормально, да? Как бы, ну вы понимаете, да, сразу. Они просто побоялись. Ну, это магия, ребят. Но на самом деле, вот, предлагаю не жечь электричество, когда это никому не нужно. Вот я что предлагаю. Все, а, немножко бомбит, все. Я погуляюсь по центру, надеюсь, тут никто не схватит, не изнасилует. Все, а, всем пока. Пока. А мы идем сюда, барфорд. Пошлите в бар. Ладно, я не настолько богатый, чтобы по барам тут ходить. Мы с вами пройдемся. Да-ка, мы посмотрим на красоту. Я не понял, а что она закрыта тут? Алло. Заварили нормально. Раньше был свободный проход. Ладно, все, уже это бессмысленно. Вот смотрите, там Каму уже. Камера что-то вообще ничего не передает нормально. Ну, всем пока.